Пять жителей Новгородской и Псковской областей отправятся на скамью подсудимых за организацию и участие в крупном преступном сообществе наркоторговцев. Расследование уголовного дела по данному факту проводилось Следственным управлением региональной полиции. Сейчас материалы направлены в суд. Как установлено в ходе предварительного следствия, через систему закладок драгдилеры сбывали наркотики на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Для реализации преступной схемы они использовали один из интернет-мессенджеров и электронную платежную систему. Полученную от торговли наркотиков криптовалюту они обменивали на интернет-биржах на рубли, а затем полученные деньги переводили на принадлежащие им банковские счета. Таким образом, злоумышленники обналичили и легализовали свыше 1 миллиона рублей. В общей сложности обвиняемым инкриминируется 45 эпизодов противоправной деятельности. Преступная схема подпольной торговли наркотическим зельем была пресечена полицейскими в феврале 2019 года. Во время обыска по месту жительства двоих фигурантов, супружеской пары из областного центра, оперативники обнаружили около 3 килограммов гашиша, свыше 1,5 килограмма синтетических наркотиков и галлюциногенных веществ, а также марихуану, упаковочные материалы и электронные весы. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Общий вес изъятых полицейскими наркотиков составил свыше 5 килограммов. Все собранные следствием материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Объем этого дела составил 75 томов.